Мы христиане, глыбы мрамора в руках божественного скульптора. Чтоб стать духовными нам храмами, мы на Голгофе были куплены. Когда берется Бог за личное, работа кажется нам грубою, но наше «я», как нечто лишнее, должно быть Господом отрублено. Мы увлекаемся заботами и часто ропщим по традиции, когда резцом любви, работая, нас Бог доводит до кондиции. В плену неверия тревожного в Египет рвемся мы за яствами. Не может образ Сына Божьего в таких, как мы, открыться явственно. Удары Божии чувствительны, но удивительно расчетливы. Он хочет, чтобы лик Спасителя отобразился в нас отчетливо. Друзья, избавимся от ропота. Бог – скульптор наш, мы – глыбы мрамора. И у Него довольно опыта, чтобы сделать нас живыми храмами. Аминь. Печаль.